Варфоломей! Аристарх я. Ты там бдительности не теряй. Бандитов увидишь, кричи. Шутки мне ваши не нравятся, товарищ Павлик. Слушай, Пантелеймон, с тобой светские разговоры вести знаешь. Аристарх я! Диван бей! Гриш, ребята не звонили? Спи больше, отвез уж в роддом. Николай звонил? Кто же еще? Сказали, с минуты на минуту родит. Мальчик и девочку? Хоть кого? Мальчик проглядывался в рентген-то. Как решили назвать, ничего не говорили. И их дело. Подсказать надо. Павлик вот хорошее имя. Несешь, не знаешь чего. Павлик хорошее. Отца продаст и самого зарежут. Господи, Володей можно. Кого? Того еще не схоронили. Этот уже к власти рвется. Вообще-то мне Сережа нравится. Ничего. Погоди, а мы вроде как звали. Проходимец вырастет, отца мать продаст, не то, что нас с тобой. Мишей может? Фух, сказануло Мишей. Отдохнуть поедет, подсидят тут же на работе. А Егор не нравится тебе? Дразнить будут. Как? Гайдар. Что ж теперь, как ни кинь, везде клин. Довели до чего, ребенка никак нельзя назвать. Бори, если у него отец Николай. И что? И что получится, когда вырастет? Господи, помоги надоумим. Прямо в голове все помешалось. Мать, может, Александр? Андрей? Адольф? Тьфу! Твою богу душу. Звонят, сними трубку. Алло, Коля, ну что, 3 кило? Сама как? К нам заедешь? Ждем тебя. Ну, отец, все хорошо, слава богу. Девочка.